Плашкову до острова Путятина запустят 14 января. Сейчас плавсредство проходит оформление и заправляется горюче-смазочными материалами, сообщает пресс-служба правительства края. Планируется, что 14 января судно выйдет на маршрут. Тогда же первым рейсом оно доставит и теплый вагончик для пассажиров, рассказал заместитель председателя правительства Приморья Валерий Прокопчук. Также работает и судно на воздушной подушке, однако оно может функционировать при ветре не более 6 метров в секунду. Напомним, 30 декабря Олег Жемяка уволил заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Приморья за неисполнение поручения о налаживании сообщения с островом.